Значит, навряд ли мэр успеет смотреть через замочную скважину, чем занимается вот в каждом подразделении, скажем, города, а их, слава богу, около 400 вот подразделений. Поэтому для этого есть правоохранительные органы. Мэр должен заниматься подбором и расстановкой кадров на демократической основе, выбирать таких людей, которые не могут быть вот коррумпированы. И первое, и одно из основных правил, которые я ее соблюдал при всех вот этих штампах, которые ставили мне на разных местах тела, вот я никогда не допускал нарушений закона. Вот это главная истина настоящего вот народного мэра Кишинева, каким я был 11 лет.